33-й школе-интернате в этом году 11 класса нет. Главными героями последнего звонка стали 9-классники. Кто-то переходит в 10 класс, а кто-то покинет стены родной школы. Напутствие пожелания на линейке для них, выпускников. Вы знаете, наверное, в жизни каждого человека есть дни, которые мы помним всю жизнь. И один из этих дней – это тот день, где мы сейчас с вами находимся. Это ваш последний звонок. Это тот день, когда вы и поплачете, и погрустите, и посмеетесь, и вспомните свои годы в этой школе. Но нам хочется всем вам пожелать что? Хочется пожелать, чтобы вы оставались детьми, чтобы вы верили в сказку, чтобы вы любили свою школу, чтобы не забывали никогда первых педагогов, чтобы благодарные слова были обращены вашим родителям, которые были всегда с вами рядом. Хочется пожелать вам огромных-огромных успехов в этой жизни. Сейчас вам предстоит только первая ступенька. Мы ждем от вас хороших результатов по экзамену. Ровно 7 лет назад проводила линейку в этом здании я. 25 лет я когда-то отработала директором школы-интерната. Для меня это самое лучшее и любимое заведение нашего города. Я искренне поздравляю выпускников со школьным праздником. Сегодня действительно школьный праздник, праздник последнего звонка. Я хочу пожелать вам успешной сдачи экзаменов, выбрать профессию, профессию по душе и стать достойными гражданами нашего города или нашей области, или нашей страны. Сегодня вся Россия празднует праздник. Но мне кажется, цвет этого праздника собрался здесь, в этом прекрасном обновленном дворе и этой красивой, неузнаваемой сегодня школе. Посмотрите, родители, какие красивые у вас сегодня дети. Просто загляденье, вас не узнать. Вы красавцы и красавицы, вы умницы, и я желаю вам хорошего лета, спокойных экзаменов, уверенности в завтрашнем дне. Дорогая Наталья Викторовна, разрешите от нашего коллектива поздравить вас с сегодняшним праздником и пожелать вам всего самого-самого наилучшего. Последний звонок хоть и грустный, но все-таки праздник, и потому не обошлось без танцев, которыми успешно занимаются ученики школы. Жаль расставаться с детьми, которым отдано столько сил. Вот и классные руководители, хоть и улыбаются, но дрожь в голосе выдает волнение. Кем они станут, их дети? Какую дорогу выберут? А чтобы новая дорога была преодолимой, первоклассники дарят выпускникам ключи от взрослой жизни. Впереди у 9-классников государственная аттестация. Пожелаем им успешной сдачи экзаменов и счастья на большом жизненном пути.